До студії «Нового дня» завітав Леонід Крутій, начальник управління протидії наркозлочинності в Миколаївській області. Вітаємо вас. Доброе утро. Будемо сьогодні говорити про боротьбу з наркозлочинністю, але сьогодні у нашому місті придбати наркотики, можна сказати, це легка справа, тому що їх реклама зараз знаходиться і на будинках, і в інтернет-мережах. І будь-яка дитина може це побачити і навіть спокуситися на таку рекламу. Як ваш відділ займається боротьбою з такою рекламою і взагалі з поширенням наркотиків? Ми неоднократно обращались к меру города, представителям власти местной, значит, чтобы обязать коммунальные службы и предприятия, которые будут обнаруживать эти все надписи, чтобы эти надписи были удалены. Поэтому даже вот пару дней назад я уже как руководитель нового подразделения отправил запрос именно к мэру, планирую встретиться с мэром, переговорить в этом направлении, чтобы каждый день проводились обследования. В основном это, как правило, это места скопления людей, это где учебные заведения находятся. Поэтому будем стараться максимально сотрудничать с коммунальным предприятием, чтобы они удаляли. А также, чтобы, допустим, если это частные дома, чтобы домовладельцы частные тоже подключились к этой акции, максимально удаляли эти надписи. Тобто необхідно починати навіть з себе і свідомо, якщо ви бачите цей надпис, або повідомляти до комунальних служб, або навіть самому якось їх знищувати, щоб вони не потрапляли на очі населення. Звісно. Тобто, небайдужі громадяни повинні бути, які повинні звертати на це увагу і або сообщати в службу 102, що є така надпис. Ми будемо відправляти до спеціалістів, які будуть закрашувати ці надписи. Можна сказати, навіть не важко зателефонувати за номером 102 і залишити цю роботу на вашу службу. На нашу службу, на службу комунальну, тобто там вже. Хотілося б також дізнатися, що чекає на порушників закону, які, по-перше, розміщують такі надписи, поширюють наркотики. Поширюють надписи – це одне, а поширюють наркотики – це зовсім інше. Смотрите, уголовной ответственности за распространение надписей у нас нет, конечно. Это приравнивается, это статья 152 Админкодекса, она звучит «Нарушение норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов». За это предусмотрен штраф от 20 до 100 облагаемых минимумов граждан. Но что мы делаем, допустим, в этом направлении? Мы проводим инструктажи на сегодняшний день с патрульной полицией, и взаимопонимание. Значит, мы акцентируем внимание, чтобы патрульные при патрулировании обращали внимание на людей, которые, возможно, находятся с баллончиками, которые рисуют эти надписи, чтобы они их доставляли в райотделы, значит, составляли админпротоколы в отношении, а мы, наше подразделение, мы будем эту информацию тоже отслеживать, они будут с нами связываться, мы будем проводить профилактическую работу с этими гражданами, уточнять, кто им поручил, откуда пошла такая вот тенденция, информация и так далее. Будем проводить свою работу с целью выявления тех лиц, которые непосредственно распространяют эти надписи и, естественно, распространяют наркотики. А вот за поширение наркотиков, яка кара передбачена? Значит, за распространение наркотиков, это статья 307 Уголовного кодекса Украины, значит, там идет 4 части, но... Скажем так, взагалі від 4 до 12 років лишення свободи. Взагалі людина, яка поширює наркотики та яка вживає наркотики за карою, вони різняться, як порушники? Звісно, звісно. Ми всі розуміємо, що ті, хто употребляє наркотики, це, як правило, больні люди, які, скажем так, спробував один раз, став зависимим. Це больні люди, яких треба лічити. Естественно, конечно, эти люди впоследствии тянут за собой, скажем так, они являются исполнителями других преступлений, да, то есть это кражи, как правильно, бытовые какие-то преступления, потому что человек становится зависимым, ему надо, он ищет те, за что, за деньги для того, чтобы приобрести эти наркотики, вот, поэтому они совершают другие преступления, но тоже есть наказание за... Это статья 309 Уголовного кодекса, без сбыта, скажем так, да, для личного потребления. И там тоже есть наказание, то есть там где-то от 4 до 8 лет лишения свободы, там, с учетом повторности и так далее.
А ось як свідомі громадяни нашого міста можуть повідомити про те, що або злочин поширення наркотиків, або вживання наркотиків, але якщо вони бояться, що над ним може бути якась розправа, чи можуть вони це зробити анонімно? Конечно, во-первых, 102, это если совершается, они видят, что совершается преступление, граждане должны обратиться на телефон 102, это телефон горячей линии Министерства внутренних дел, ну, полиции. Значит, также есть, если, допустим, люди хотят обратиться к нам с конфиденциальной информацией, чтобы об этом, допустим, знал только узкий круг, значит, есть телефон в нашем управлении, можете записать, 096-638-72-25. Это телефон, который находится в нашем управлении, есть сотрудник ответственный, у которого находится этот телефон, и который, допустим, осуществляет мониторинг, общение с людьми. Также при необходимости, допустим, если хотят со мной лично пообщаться, то есть я готов. Я думаю, що наприкінці нашої розмови ми знову будемо повторювати цей телефон для того, щоб наші телеглядачі точно могли його записати і у разі необхідності звернутися до вашого відділу. Хотілося б також дізнатися, які заходи проводяться вашим відділом у боротьбі з наркозлочинністю і ще є взагалі можливість у нашому місті побороти наркобізнес. Розумію, що глобальна проблема, весь світ з цим бореться, але що проводиться саме у нас? Ну, скажем так, я в Николаеве недавно, поэтому, но тем не менее наслышан о том, что Николаев один из лидеров входит в городов, где осуществляется распространение наркотиков путем, в основном путем закладок. Нашим управлением проводится, ну, поскольку была реформа, наше управление как бы вновь только создано. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, мы активизируем работу в этом направлении. Пока есть, конечно, проблемы в плане формирования личного состава, небольшой коллектив, но мы планируем расширяться. Есть поддержка начальника главного управления, поддержка начальника департамента противодействия наркозлочинности, главы нацполиции. И на эту проблему сейчас обращает внимание и правительство, и президент. Значит, сейчас президент, я знаю, что поручил правительству подготовить законопроект о блокировании сайтов, которые, через которые распространяются наркотические средства, то есть на законном уровне, чтобы это все было. В нашем управлении буквально вот за месяц этой работы, пока я вот назначен, мы уже сделали несколько притонов, в ходе обыска реализовали. Лаборатории, дві лабораторії, тобто обнаружили, і зараз на дивлячись на те, що ваше управління ще тільки пережило реформи, вже проходить активна робота. Звісно, звісно. У нас нет часу на роздумі, нет часу на підготовку. Тобто ми вже плотно співпрацюємо з прокуратурою області. Вот. Ну, є проблеми, але ми, тим не менше, стараємося з ними рішати ці проблеми і активізувати свою роботу. Я думаю, що зараз нагальною проблемою також є думки батьків про те, як вберегти свою дитину від наркотиків. Чи є у вас якісь поради, як вберегти дитину від залежності? Ну, це дуже такий болезненний вопрос, і, к сожалению, многі родители на сьогоднішній день не розуміють важливості цієї ситуації. Хочу звернутися до родителям, щоб більше уділяли часу своїм дітям, особливо це підлітки, которые хотят общения, они закрываются. Это такой возраст, когда дети закрываются, они становятся более самостоятельными. Естественно, они поддаются влиянию в этот период. И родители, которые не общаются с детьми, потому что заняты, работают, где-то занимаются своими какими-то вопросами, устраивают свою личную жизнь, не обращают на своих детей внимания и тем самым подталкивают их, значит, в руки тех делков, которые влияют на этих детей. И в итоге дают попробовать им наркотик, а потом впоследствии эти дети становятся зависимыми и совершают преступления, в том числе и распространяют эти наркотики. Поэтому хочу обратить внимание родителей, чтобы обратились к своим детям, чаще с ними общались, изучали их проблемы, в первую очередь ставили для них какую-то цель в жизни, чтобы дети понимали и стремились к той цели, допустим, да, к работе какой-то нормальной, к нормальным каким-то целям. Это будет правильно, то есть дети будут понимать, куда им идти.
А когда на сегодняшний день родители заняты своими проблемами, дети остаются сам на сам, на улице, к сожалению, на сегодняшний день это такой бич. Хотілося б ще раз нагадати нашим телеглядачам телефон, за яким вони можуть до вас звертатися, або повідомити про факт злочину, або, можливо, просто поспілкуватися і дізнатися якоїсь поради, як вчинити у ті чи інші ситуації. Телефон 096-638-72-25. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав Леонід Крутій, начальник управління протидії наркозлочинності в Миколаївській області. Дякую вам, сподіваюся, що з вашим приходом цю посаду дійсно зможемо побороти наркобізнес в нашому місті і не будемо вже займати такі чільні позиції, а будемо займати чільні позиції тільки в позитивних рейтингах.